музыкой. В репертуаре оркестра, конечно же, присутствует и классика. Но, правда, необычная классика. А именно Модест Петрович Мусоргский. Возможно, Модест Петрович Мусоргский – это самый неклассический классический композитор. И, возможно, он является предтечей рок-музыки. Сейчас вы услышите «Бабу-Ягу» из цикла «Картинки с выставки». Чрезвычайно оригинальной современной версии ансамбля «Квинтет четырех».